Всем привет, дамы и господа, с вами вновь Александр, и я хочу вам рассказать сегодня о новиночке от компании Maxicosi. Это люлька для автомобиля, модель называется Ticta. Если я правильно произнес, потому что я посмотрел в интернете, ее как-то по-разному все называют, ну, в общем, вот так она называется. Это люлечка, сразу о безопасности скажу, соответствует стандарту R129, прошло все необходимые проверки, получила сертификацию, поэтому можно доверять смело ребенку. Maxicosi в принципе во всей линейке нет плохих позиций, вообще и в любой группе, очень хороший бренд. И сам я тоже пользовался в свое время люльками Maxicosi. Ну не только, я много чем пользовался, но эти у меня всегда были в приоритете. Поэтому хочу вам сегодня рассказать об этой новиночке. Кстати, вот обращу ваше внимание, 3,2 килограмма она всего лишь весит. Это очень удобно, когда вы на колясочку можете ее ставить, просто переносить вместе с ребенком. Это одна из самых легких люлек, которые я на рынке знаю. И также хочу сказать о комфорте. Maxicosi, тот бренд, у которого настолько грамотно все, эргономика вся рассчитана под ребенка, что очень сложно найти ей хорошего, достойного конкурента. Они, естественно, есть, но их меньше, чем вот в линейке Maxicosi. У них почти всех очень хорошо сделаны. Вот, поэтому... Что касается комфорта и положения ребенка, здесь практически эталонная посадка. Вот здесь, кстати, есть тоже вкладыш, который здесь снизу со всякими добавленными подушечками, чтобы анатомически правильно ребенка здесь можно было расположить. Сам вкладыш мы используем до 61 сантиметра, после чего мы его вынимаем и пользуемся дальше. Здесь действительно достаточно много места, запас тут пространства действительно очень большой. Вот. Для комфорта вкладыш есть, ткани очень качественные, приятные, она мягенькая. Козырек у нас здесь регулирующийся отдельно от солнца. Ручка для транспортировки, естественно, куда без нее, они всегда есть во всех люлечках. Вот. Поэтому по комфорту у меня вообще ноль претензий. Что касается крепления люльки в автомобиле, у вас два варианта. Или мы ставим ее просто ремнем крепим, или на базу Isofix. Она покупается отдельно. Ссылку на все это дело на бренд Maxicosi в мире автокресел я оставлю в описании. Поэтому пройдите, посмотрите. С базой Isofix это самый лучший вариант, но не самый дешевый. Ну, вообще, Maxicosi это не продешево. Здесь все как бы стоит денег, но и вы получаете максимум за то, что платите. Поэтому... Ваш выбор, или база, или ремень. На базу все просто защелкнули, сняли. Сейчас я вам покажу, как ее крепить нужно. Люлечку пристегивать ремнем. Этот вопрос сразу закроем, чтобы вы понимали, как это работает. Нам нужно максимально вытащить ремень, потому что запас ремня нам нужен как раз таки максимальный. Через направляющие, вот здесь вот они специальные есть, проводим у нас ремешочек. Защелкиваем сразу же. После чего нам нужно верхнюю часть ремня пропустить обязательно вот в специальном направляющем. Давайте я его пропущу. Вот так вот. Очень важный момент, чтобы он не вылазил, не соскочил, ничего. Потом возвращаем люльку вот в такое вот положение, как будто мы ее хотим вывернуть. Тем самым мы таким образом поднатянем полностью все ремни. Все ремешки должны быть очень хорошо натянуты. Тогда люлька будет плотно находиться на месте. И она как вкопанная стоит. Еще бы мою такую небольшую рекомендацию. Продаются специальные валики. Если у вас нет базы, то это бы я порекомендовал вам приобрести. Специальный валик, который вот в это место специально вставляется. И не дает люльке потихоньку съезжать. И тем самым мы более-менее горизонтальное положение выставляем для ребенка при перевозке. Поэтому это, в смысле, не какой-то колхоз, это специальный валик для таких вот целей. Это мы никаких правил здесь не нарушаем перевозки детей. Так можно возить, поэтому обратите на этот момент внимание. В общем, собственно, вот так вот мы пристегиваем вместе с ребеночком, естественно. Можно пристегнуть в автомобиле на переднем сиденье, но обязательно тогда выключите подушку безопасности. Этот момент очень важен, поэтому за этим следите. Отстегиваем, естественно, все очень просто. Все в обратном порядке. Высовываем ремешочек. Все.
И то, что она весит 3-2 килограмма, это действительно очень легкая люлька, дает нам даже, наверное, не для отцов, а для матерей такую опцию, как вот, ну, легко нести. Реально, она очень легенькая. Она, понятно, что еще ребенок вес прибавляет, но невесомых люлек просто не бывает. Но это одна из легких, из очень качественных. Кстати, что касается материала, помимо того, что он весь такой классный, мягенький, дышащий, натуральный, гипоаллергенный, по уходу добавить хочу по ткани. Ее можно снять, если вдруг вы ее запачкали, и постирать при температуре не выше 30 градусов. Ну, щадящую стирку на машинке включайте там на 30 минут и, соответственно, можете стирать. Она не сядет, все обратно одели. В общем, по уходу за люлечкой здесь вообще никаких вопросов нет. Используется здесь именно трехточечная система ремней, не пятиточная. Но в большинстве люлек всегда используются именно трехточечные. И когда вы зафиксируете ребеночка, натягиваете ремешок, смотрите за тем, чтобы когда вы натягиваете, пальчики все-таки ваш вот не так прям в легкую, но проходил все-таки под ремнями, чтобы вы сильно не передавили ребенка. Но, грубо говоря, соблюдайте вот 1 сантиметр, чтобы был вот этот запас. Тогда вы и пристегнули правильно, и ребенку ничего не передавите. Вот. Поэтому вот все, что хотел вам рассказать о люлечке, я вам рассказал. Здесь сильно много не расскажешь, но действительно интересная люлечка. Она приблизительно до года. По положению вообще супер. Мне очень нравится. Ткани классные. Она очень легкая, все качественно. Плюс бренд Maxicosi. Ну, тут вообще придраться не к чему. Поэтому я очень рекомендую вам обратить на нее внимание, если ищете сейчас люлечку для ребенка. И плюс вы можете на большинство колясок установить ее в, ну, для каких-то быстрых поездочек. Вот. Через адаптеры 90% колясок можно поставить Maxicosi, Сайбексы. Поэтому вот она совместима с большинством колясок. Такой, знаете, транспортный элемент. Вот. Поэтому обратите внимание, ссылочка на нее внизу, Мир Автокресел. Проходите, смотрите. Можете приехать в магазин с ребеночком, убедиться в моих словах, которые я в обзоре сказал, померить, пощупать, и поймете, что это действительно достойная люлечка. Поэтому выбор, естественно, как всегда, за вами. Я думаю, вы его сделаете правильным в любом случае. А вам хочу пожелать, чтобы вы сделали этот выбор как надо, купили хорошую люлечку для ребенка, потому что в первый год жизни ребенок самый хрупкий, и тут нужно максимум уделить внимание, чтобы максимум уделить внимание безопасности ребенка, потому что он еще не сформировался, он очень хрящи, все еще хрупкое. Поэтому нужны хорошие автокресла, автолюльки для ребенка. И Maxicosi среди них. Поэтому всего доброго вам. До свидания.